Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня День Победы. Сегодня во знаменование 30-й годовщины со дня победы над фашистской Германией столица нашей Родины Москва, столицы союзных республик, города-герои салютуют исторической победе советского народа. Включаем телевизионные камеры, установленные в эти минуты на Красной площади в Москве. Смотрите, товарищи, праздничный салют. Товарищи, вы смотрите салют во знаменование 30-летия Победы. Сегодня праздничный салют звучит в городах, где расположены управления войсками военных округов и флотов. Сегодня праздничный салют звучит в Белгороде и Брянске, Воронеже и Горьком, Грозном и Днепропетровске, Донецке и Иркутске, Красноярске и Курске, Мурманске и Омске, Орджоникидзе и Орле, Петропавловске, Камчатском и Смоленске, Туле и Харькове, Челябинске и Южно-Сахалинске. Москва, Красная площадь, утро Дня Победы. Сегодня, в день 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, товарищи Брежнев, Андропов, Гречка, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Пельше, Подгорный, Полянский, Суслов, Демичев, Пономарев, Соломенцев, Долгих, Капитонов, Катушев посетили мавзолей Владимира Ильича Ленина и возложили венок от Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.
Венки к мавзолею Ленина были возложены от Президиума Верховного Совета и Совета Министров РСФСР, от Министерства обороны СССР, от трудящихся Москвы и Московской области. Руководители Коммунистической партии Советского государства направляются к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Возлагается венок. После минуты молчания прогремел троекратный ружейный салют. Торжественным маршем проходят части московского гарнизона, отдавая воинские почести павшим героям Великой Отечественной войны.
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, правительство Советского Союза приняли обращение к народам, парламентам и правительствам. 30-я годовщина окончания Второй мировой войны, говорится в обращении, годовщина особенная. Мы отмечаем ее в новой, более благоприятной обстановке. Европа и мир в целом реально приблизились к осуществлению той высокой цели, к которой стремились народы антигитлеровской коалиции. В отношениях между государствами все больше утверждаются принципы равноправия, суверенитета, отказа от применения силы. Советский народ, советское государство, подчеркивается в обращении, вынесшее основную тяжесть схватки с фашизмом, вновь заявляют о своем твердом намерении сделать все от них зависящее, чтобы совместно с другими народами и государствами исключить войну из жизни человечества. От имени 250 миллионов советских людей мы обращаемся ко всем, кому дорого будущее планеты. Приложим все силы, чтобы оно было мирным. 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне была посвящена торжественная манифестация молодежи столицы, состоявшаяся сегодня на Красной площади. Участники манифестации сердечно приветствуют ветеранов Великой Отечественной войны. Священные реликвии нашего народа, опаленные дымом сражений, обогренные кровью советских солдат, знамена Великой Отечественной, знамена, которые поднимали в атаку, склонялись память о тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной страны. На Красной площади знамя важной орденоносной комсомольской организации города-героя Москвы. Сотни тысяч комсомольцев послала столица на фронт. У комсомольских знамен лучшие представители молодого поколения москвичей, молодые гвардейцы-пятилетки, удостоенные высокой чести быть сфотографированными у святыни советского народа знамени Победы. Oh.
гирлянда славы к могиле неизвестного солдата. Стали старше вы павших отцов, потому что на марше любой из бойцов, потому что привалы годам не даны, вы о нас, сыновья, забывать не должны. Все, что мы защищали и вам защищать, все, что мы завещали и вам завещать, потому что свобода не знает цены, вы о нас, сыновья, забывать не должны. К участникам торжественной манифестации молодежи обратились первый секретарь Московского городского комитета комсомола Валерий Шадрин, герой Советского Союза Алексей Петрович Моресьев, вальцовщик металлургического завода «Серп и молот» Вячеслав Шонин, тракторист колхоза «Россия» Московской области Юрий Селихов, студентка Первого медицинского института Людмила Шерстнева, курсант Московского военного училища имени Верховного Совета РСФСР Михаил Вожакин. Над Красной площадью прозвучала клятва молодых строителей коммунизма. Празднование 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне в центре внимания мировой общественности. Сообщая о торжествах в Советском Союзе и комментируя речь Леонида Ильича Брежнева в Кремлевском дворце съездов, телевидение, радио и пресса отмечают, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии. В корреспонденции, посвященной торжественному собранию в Москве, польская газета «Трибуна Люду» подчеркивает, что 30-я годовщина победы над гитлеровской Германией отмечается как общий интернациональный праздник всех прогрессивных сил земного шара. Берлин. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев указал, что с победой над фашизмом изменилось соотношение сил в мире, пишет газета «Neues Deutschland», выражая твердую уверенность в том, что Советский Союз и другие социалистические государства всегда будут идти в первых рядах самой благородной и самой необходимой борьбы за прочный мир на земле. Вашингтон.
Празднование 30-летия Победы в Москве вновь свидетельствует о том, что Советский Союз придерживается политики разрядки напряженности, отмечает газета «Нью-Йорк Таймс». Подробно излагая речь генерального секретаря ЦК КПСС, ливанская газета «Ан-Нида» подчеркивает его слова о том, что в наше время попытки подавить освободительное движение народов обречены на провал. Съехались ветераны войны со всех концов нашей страны. Встречи происходят на площадях, в скверах, в музеях. Встречи происходят в школах, где когда-то учились ветераны. Они встречаются с молодым поколением. Происходят эстафеты поколений. И вот, конечно, наверное, самое святое место встречи ветеранов – это сквер у Большого театра, где ветераны встречаются вот уже 30 лет. И вот здесь, сегодня, сейчас, есть ветераны, которые впервые за 30 лет встретились. Сегодня, дорогие наши ветераны, прежде всего, я, конечно, от имени миллионов наших телезрителей хочу вас поздравить с Днем Победы. Вы знаете, сегодня наши телевизионные зрители уже видели вас, многих из вас, потому что уже была прямая трансляция с места вашей встречи из сквера Большого театра. Но мы, к сожалению, мало вас слушали, потому что все, что, товарищи, происходит здесь, все, что говорится сегодня здесь, ведь это история. Здесь, у деревни Кременки Жуковского района Калужской области, осенью 41-го проходила линия обороны на южных подступах к столице. Враг был остановлен. Тысячи людей пришли сегодня в Кременки на открытие мемориала боевой славы и доблести. Наши далекие потомки, сохраните на века светлую память о павших воинах 49-й армии, заслонивших подступы к Москве, которые лежат здесь под березками и соснами, написано в капсуле, захороненной у мемориала. О спорте. Сегодня в столице Германской Демократической Республики участники 28-й традиционной велогонки мира, посвященной 30-летию победы над фашизмом, вышли на старт первого этапа Берлин-Магдебург. Дистанцию 167 километров быстрее всех прошел гонщик из ГДР Ханс Йохим Хартник. В командном зачете лучшими были советские гонщики. По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра днем в Мурманской области ожидается 9-14 градусов тепла. В Архангельской области 11-16. В Карелии 12-17 градусов, дожди. В центральном районе России 17-22 градуса. В Эстонии 16-21, дождь. В Латвии 19-24, грозовые дожди. В Литве 21-26, дождь, гроза. В Белоруссии 22-27. На Украине 20-25. Такая же температура воздуха в Молдавии. На Северном Кавказе 21-26. По Волжье 20-25 градусов. В Грузии 20-25. Грозовые дожди ожидаются в Армении. Температура 18-23 градуса. В Азербайджане 23-26 градусов. В Приморском крае 20-25. В Ленинграде 17-19 градусов, дождь.
в Москве и Подмосковье будет по-прежнему тепло, температура ночью 11-13, днем около 25 градусов.